Новогоднее чудо уже близко. Создание праздничной атмосферы в Ленинском округе идет полным ходом. Жители ожидают развлекательная программа, а также конкурс на самую лучшую елочную игрушку. 1 декабря пройдет традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Под звуки оркестра любимые герои выйдут на улицу Видного и порадуют жителей новогодними песнями. В этот же день загорится праздничная иллюминация. В рамках областной акции «Зажги елку» с 1 по 3 декабря в 16 местах округа будут организованы анимационные представления для детей и взрослых. Каждый сможет зарядиться новогодним настроением и провести досуг интересно и весело. Также телеканал «Видное ТВ» и газета «Видновские вести» объявляют семейный конкурс на лучшую самодельную елочную игрушку. Конкурс продлится до 15 декабря, а каждая работа займет место на елке в фойе кинотеатра «Искра». Победители ждут ценные призы. Ждем вас по адресу: проспект Ленинского комсомола 6А с понедельника по пятницу. Не упустите возможность окунуться в магию новогоднего праздника.